Ох, ребят, решил начать с этой лютой связки, чтобы показать, не похвастаться, просто донести одну простую истину. Гири, а в частности гиревой атлетический клуб, это для избранных, ребят. Можно относиться по-разному к тренажерным залам, к разному оборудованию, но тот факт, что гиря это для элиты, я вам доказываю каждый буквально раз. Если раньше это было просто троллинг качков, которые не могут на попа 32-шку поставить и жим на попа 32 разиков на 5, то сейчас я уже от этого давно отошел. Люди мне пишут комментарии, которые занимались много лет в тренажерке и жизнь свою без нее не видели, но когда подсели на канал, попробовали заниматься с гирями, оставили тренажерки. Они вкусили всю прелесть тренировки на свежем воздухе с гирькой. Вы знаете, конечно, дойти до уровня, когда 32-шка, как у меня, будет летать, сопротивляясь гравитации буквально каждую секунду, и только сила мысли и мышц заставляет ее парить в воздухе, это длинный путь. Я его весь прошел. И на этом пути я сломал палец, раздробил себе фалангу, отбил ногу, гиря упала. Падала она не только на ноги, на руки, на спину, куда только она не прилетала. Набивала она костяшки, но от этого любовь к этому снаряду только крепчала. И сейчас я понимаю, что из зала люди рано или поздно придут и приобщатся к гире. Ничего другого не остается, с возрастом мозги становятся на место. А вот молодежи с гирями, конечно, тяжело. Во-первых, их достать сейчас сложно, нормальные. Песок наполняют гири, делают всякие пластмассовые, широкие ручки. Я не против. Снаряд, он любой снаряд хороший. Это лучше, чем сидеть на диване. Но в моем понимании гиря должна быть суровой. То есть она должна быть чугунной, чтобы наказывала за ошибки. Как скакалка порит не умеющего на ней прыгать, точно так и гиря должна набивать руки. Иногда, может быть, дробить пальцы, чтобы возникало уважение взаимное. Потому что без взаимоотношений, без взаимоуважения не бывает отношений. Поэтому с гирей отношения выстраиваются долго, муторно, но прогресс, он не стоит на месте. Поэтому, ребята, откладывайте в стороны по возможности всякие песчаные гири. Они есть в большом сейчас наличии, но есть и сандбэги, есть и болгарские мешки, которые для этого предназначены и выполняют свои функции в полном объеме. Гиря должна быть такой, чтобы... Она должна быть суровой, одним словом. Есть декоративные гири, у меня в том числе обезьяны, черепа, собаки. Но я их делал сам, и я прекрасно знаю, что там руку она отбивать, набивать не будет. И баланс она держит, когда жмешь на попа четко. Вы же, подбирая гирю, смотрите, чтобы не только дизайнерская морда, но еще и лейба производителя не набивала вам руку. Шар и рукоять, вот. Я думал, никогда не подружусь с 32-шкой. Старинный, двухпудовиком. Это нельзя ее даже 32-шкой назвать, потому что это много позже такое название пошло. Двухпудовичок. Вот двухпудовичком я думал не подружусь. Ручка у него другая и все такое. Но от нее брали истоки все спортивные снаряды, поэтому время пришло, и теперь я ей мотыляю. И это нереально крутая тренировка. Вы знаете, может быть расписан план тренировки, может быть гуру стоять над вами и заставлять тренироваться. Но у меня выбор другой. Я отношусь к гире как к искусству. Я прихожу, иногда мне не хочется делать стандартные подходы, повторения. Я делаю узоры, как эти. И многие спрашивали меня по поводу жонглирования, как я к жонглированию отношусь. Ребята, шестнарик это больше такое, знаете, как в 2-3 оборота. Дело наработки. И мне... Честно говоря, это мне лично неинтересно, но я восхищаюсь людьми, которые это умеют делать. Мне куда по кайфу больше взять двухпудовичок и им поразвлекаться, потому что это отсылка к Лукину, к Ивану Максимовичу Поддубному и
Я сейчас, видите, на корточках присел, не только потому, что штатив низко стоит с камерой, с телефоном, а просто потому, что я чуть-чуть ее покидал и уже присел. И этот узор я закрыл даже не с 10-го раза. Я здесь на площадке, вот пот, видите, льется ручьем, уже очень долго нахожусь, ребята. И, наверное, чтобы впитать вот эту всю любовь мою к снаряду, чтобы понять, постичь гирю, нужно начинать ей интересоваться. Ну а где вы еще лучше сможете заинтересоваться гирей, как не в моей книге, в которой и мотивация, и упражнения, и программы составления комплексов. Я могу наворотить комплексов на каждый день недели вам, ребята. Но, наверное, моя самая главная задача — научить вас и любить, и ценить, и упражняться с гирей. Поэтому в книге есть комплексы, которые расписаны. Кто не может сам стартануть, есть программа тренировок, ребята, с которой вы начнете с самых-самых азов и дойдете до такого уровня, как я. Беру 32-шку и развлекаюсь с ней. Наверное, немногие смогут, наверное, похвастаться тем, что они развлекаются, перебрасывая в воздухе 32 килограмма. Но мне кажется, что каждый к этому должен стремиться. В силу, конечно, своего фундамента силового, в силу своих стремлений и достижений. В общем, ребята, приглашаю всех в гиревой атлетический клуб, как всегда, тремя правилами которого являются: все должны знать о гиревом атлетическом клубе, поэтому всегда и везде о нем рассказывайте, о канале «Атлетизм», о Игоре Терентьеве, который вот гирям посвящает себя ежедневно. На канале и в сетях общаемся исключительно на тему здоровья, долголетия, силы, восстановления, питания и ничего более. И у каждого члена гиревого атлетического клуба должна быть моя книга. Внизу будут ссылочки в описании. Ребята, я еще, смотрите, пишите мне в телегу, даже не надо, там ссылка в описании есть в телеграме, пишите мне в телегу, в личку, мы разберемся. Я уже нашел кучу вариантов, уже мне ребята скидывали и на криптокошелек эти 5 баксов, и на PayPal, поэтому, и на карточку, поэтому возможности сейчас есть в силу того, что цифровая индустрия развивается и растет. Поэтому книга, ребята, обязательно должна лежать на столе в распечатанном виде или в телефоне в электронном виде. У меня она и в таком варианте. Когда в пути, мне удобнее в телефоне ее просмотреть, когда дома полюбоваться на свои фотографии, в печатном варианте, даже в цвете она. В общем, дело сугубо каждого, электронная или печатная версия пробовать, пользоваться. Все есть внизу в описании. Я погнал еще разочек, проверну вот эту процедуру, а может быть и не разочек, потому что меня от гири за уши не оттянешь. А на сегодня все, очередная порция вам мотивашки, ребята. Как это для элиты? Немножко добавим. Может быть, я когда-нибудь сделаю себе и такую же балахонку, где будет написано «ГАК только для элиты». Пока-пока.